Ночной эфир, эфир распродаж. С удовольствием приветствуем вас в нашем эфире. Прекрасная возможность сделать покупки, обновить гардероб и по очень-очень низким ценам. А помогать нам наряжаться сегодня будет Светлана Старостина, наш специалист по имиджу и специалист с большой буквы. Светочка, привет! Здравствуй, Галечка! И Галина Першина, наша замечательная ведущая, поможет собрать все выгодные покупки в вашу корзину. Итак, Галь, давай начнем с тобой с первой блузы. Блуза Мия. Принт полькадот, принт горох, вечный принт, который не сходит с подиумов уже несколько десятилетий и будет царствовать еще много лет. Знаешь, почему его так любят? Потому что он омолаживает, он придает игривости образу и, конечно же, он делает нас стройными и яркими. Блуза Мия сегодня по удивительной и уникальной цене. Скидка 1000 рублей. Поэтому любительницы ночных эфиров, любительницы распродаж, звоните и заказывайте вот эту невероятно красивую блузу, которая называется Мия. Света, слушай, разглядываю ее и любуюсь. Вот смотрю, здесь одна ткань, вторая ткань. И цветов у нас представлено с тобой. Да, давай сначала выберем цвета. У нас 4 цвета на выбор. Вот здесь вот мы с тобой видим синий с белым горохом. То есть мы ориентируемся по цвету основного полотна. Еще у нас есть черный с белым горохом. Это для тех, кто любит именно цвет классики, черный. Дальше нарядная блуза белая с черным горохом. Посмотри, насколько нежно и романтично. И еще одна блуза представлена на нашей модели. Это синяя с мятным горохом, с зеленым. Посмотри, как игриво, как ярко. Такой сразу праздничный образ из моего детства. Невероятно красивый образ, как будто бы из кино. Актриса красивая. И сегодня очень выгодная цена на эту блузу. 1499 рублей. Только в нашем ночном эфире. Только в этом часе распродаж. Вот такая вот выгодная цена. Света, слушай, смотрю и любую на эту блузу. Опять же говорю, две ткани здесь, тонкая, да. Вот эта ткань. Смотри, у нас здесь две ткани. Сверху это шифоновое полотно, полупрозрачное, легкое, такое, знаешь, воздушное, мягкое. А снизу по кокетке на сборке уже соединено вискозное полотно. То есть то, что будет прикасаться к нашему телу. Это мягкое полотно с эффектом охлаждения. Здесь добавлен эластан, поэтому наша блуза тянется. Вот эта мягкость, посмотри. И тем более у нас прекрасная размерная сетка от 50 до 72-го. До 72-го размера, дорогие модницы. Я вам очень рекомендую звонить и заказывать для себя эту блузу, особенно модницы 72-го размера, 70-го размера. И, Свет, скажи мне, пожалуйста, вот размер мы как подбираем? Мы подбираем размер в размер. Это бренд Олси, а бренд шьет для пышных красавиц. И, конечно же, мы выбираем по размеру верха, то есть по груди. Если у вас, допустим, грудь больше, чем бедра, пышная, то выбираем именно по размеру бюста. И, Света, конечно, я представляю, как в этой блузе будут выглядеть наши модницы. И здесь все красивое, все интересное. Воротничок, Света, посмотри, какой воротничок. Очень милый. Давай пригласим модель к нам поближе и посмотрим, как на фигуре сидит эта идеальная блуза. Посмотри, Светлане я предложила сочетать с юбкой, с юбкой от костюма. И в это, который как раз выбрала сегодня ты. И блузу заправляем в костюм, в костюмную юбку, потому что длина блузы позволяет нам варьировать либо сверху, либо снизу. Итак, сверху очаровательный отложной воротничок. Воротничок такой полуовальный, мягкий. Он придает нам легкости образу, делает женственную вырез на блузе. Дальше у нас вточной рукав, но он не простой, это рукав крыльев. Воздушный, легкий. Посмотри, вот здесь присборено. У меня бывает, часто клиенты говорят, а не будет ли этот рукав полнить, потому что здесь сборка. За счет того, что это шифон, легкий, воздушный, он будет мягко обнимать плечо и не придавать никакого объема. Видишь, вот он как воздушно ложится на крыло. И дальше у нас уже вот эта кокетка, где снизу идет вискозный материал, а сверху шифоновый. И вот именно вискоза, она подстраивается
подстраивается под фигуру. Она мягкая, она тянется. И сборка позволяет блузе великолепно сесть именно на грудь. Сам крой у нас приталенный. Здесь мы его уже не видим, его Светлана спрятала. Но по факту вот этот слегка приталенный крой и расклешающийся к низу. Это нам дает возможность скорректировать бедро, прикрыть все особенности нашей фигуры. Блуза в горох с кокеткой для кокеток. Блуза, в которой вы будете выглядеть великолепной, обольстительной и очень-очень женственной. И сегодня стоимость этой блузы 1499 рублей. Это прекрасная цена для знакомства с нашим каналом. Только в час распродаж можно купить эту блузу по цене 1499 рублей. Света, вот слушай, настолько красивая эта блуза, ты уже показывала, что можно носить ее с юбкой, с брюками, я смогу ее надеть? Конечно, и с брюками, дудочками, и классическими, и с юбкой-карандаш. Это универсальная блуза на разные случаи жизни. Блуза, которая спасет вас в любой ситуации, блуза, которая сделает из вас буквально королеву. И цена у нее сегодня приятная. И скидка 1000 рублей. Галь, посмотри еще на одну роскошь. Здесь у нас получается и кружево, и прекрасная трикотаж. Здесь у нас и вискозные ткани, и современные технологичные нити, текстильное мягкое волокно. И к тому же вот эта вышивка, посмотри, сделана в виде лампас. Так. А лампасы всегда нас стройнят. Это стройность в легкой форме такой. Да, да, да. Брюки, летний отдых. И добавьте красок в свой гардероб летний. Кстати, Светочка, о красках. Я вижу, что у нас невероятно красивые, три цвета на выбор. И женственные цвета. Спереди у нас мята. У меня в руках бежевый, один из самых мягких цветов на лето. Знаешь, он универсальный. Я как стилист вот рекомендую бежевый выбирать. Просто в обязательном порядке сочетаться будет со всем гардеробом. А у меня в руках, обратите внимание, такой цвет лаванды невероятно красивый, или цвет летнего неба. В заказе он будет называться лавандовый. И обратите внимание, наши модницы, до 62 размера брюки у нас представлены, до 62, то есть модницы в 62, в 60, в 58 размере, вы будете выглядеть в них невероятно роскошной. Почему? Потому что, обратите внимание, вот сейчас Света показывает нам кружево, и вот эти брюки сядут на вас великолепно. Свет, скажи мне, пожалуйста, за счет чего у них здесь вот у нас такая посадка будет красивая? Здесь у нас отличная посадка, посадка благодаря эластичной ленте. Давай вот сейчас я ее продемонстрирую. Вот эта лента. Мягкая, комфортная. Посмотри, насколько она будет подстраиваться под нашу талию. И эта лента везде, по всему периметру нашей талии. Это позволяет мягко и комфортно прикасаться к телу, подстраиваться под фигуру, нигде не перетягивает. Вот это вот очень важно, именно в брюках на каждый день. Ведь они могут стать именно базовыми и любимыми благодаря, с одной стороны, и красоте, но с другой стороны, великолепной посадке и мягкому материалу. Света, ты сказала, что это базовая модель, то есть это та модель, которую мы будем носить каждый день. А вот все-таки кружево для тех, кто работает в офисе. Как ты к этому, как стилист, относишься? В зависимости от того, какой у вас дресс-код. Если у вас строгий дресс-код и не позволяет добавлять кружево, тогда эти брючки могут стать для вас, например, вечерними или нарядными. А вот если у вас более мягкий и лояльный дресс-код, то эти брюки будут идеально вписываться даже в деловой гардероб. Просто сверху дополняйте лаконичными блузами. Да, дресс-код, дорогие наши модницы, это начальник, который не разрешает ходить на работу в красивых брюках. А вот когда вот такие красивые брюки, да еще с кружевными лампасами, любой дресс-код уже разрешен. И, Светочка, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки брюки и с кружевом невероятно красивым. Вот это кружево, оно мне очень нравится, оно вот оно какое-то объемное. Это у нас получается вышивка на сетчатом полотне, но это у нас идет как аппликация. При этом, посмотри, она прострочена к основному полотну, то есть это не наклеено, а именно зафиксировано ниткой. Поэтому
поэтому мы можем их стирать. Вот. А, твой любимый, да, вопрос. Но стираем наизнанку, чтобы кружево было все-таки с изнаночной стороны при стирке. Вот это пришитое полотно, то есть мы видим, что здесь все зафиксировано, ниточка проходит, поэтому полотно будет себя вести великолепно. То есть брюки сделают вас стройной, брюки сделают вас невероятно привлекательной, и, знаете, такой брюки сделают вас женственной. И все-таки кружево — это всегда, что может быть женственнее, чем кружево? Да. А с чем, Светочка, рекомендуешь носить эти брюки? Вот, например, на Катерине блуза Санта-Моника идеально впишется к этим брючкам. Посмотри, они по цветам, да, вот даже по однотонному цвету прекрасно дополняют друг другу. И тем более, если не, ну, нету цветной блузы, будет красиво смотреться лаконичная однотонная блуза в монохромном таком комплекте, например, на ту же работу, да, когда у нас именно предлагается вариант сдержанного вида. Да, вот представляете, вы покупаете вот такие брюки себе в гардероб, и включаются все блузы, которые вы, возможно, забыли и уже давно не носите. А может быть, вы захотите приобрести вот такой комплект, как на нашей модели, и тогда, если вы в первый раз делаете покупку на нашем канале, тогда доставка для вас будет абсолютно бесплатная. И стоимость этих брюк сегодня 1399 рублей. Я еще раз вам говорю, прекрасная возможность для знакомства с нашим каналом, и это ночной эфир распродаж. Такая цена только сегодня, и этой ценой, выгодной ценой, обязательно нужно воспользоваться. Тем более мы ничего сейчас не платим, оплата происходит только при получении посылки на почте. Галь, а теперь давай поговорим о качестве. Давай. Я хочу предложить жакет, жакет Марина. Это жакет бренда Заря. Это 100-летнее качество, проверенное годами. Бренд Заря – это бренд с большой буквы. Они используют итальянское оборудование, итальянские нити, европейское качество, но при этом работают по российскому ГОСТу. Так. А следовательно, все идеальные лекалы, вся вязка, весь пошив – прекрасно сядут на наши женские фигуры. И жакет Марина прекрасно сядет на вашу фигуру. Жакет, исполненный брендом Зарина, бренду уже 100 лет. Вы представляете, какое качество? И в двух цветах у нас представлен этот жакет. Да, бренд Заря изготовил в двух цветах. И третий уже на модели. Давай посмотрим. Угу. Первый — это мята. Нежный такой, слегка-слегка разбеленный. И нежный сиреневый. Ты знаешь, вот эти два оттенка сейчас в моде. Сиренево-лиловый в 2018 года, а зеленый и оттенки мяты будут особо популярны в 2019 году. Как. Поэтому, милые модницы, какой бы жакет вы ни взяли, а лучше два, вы будете в моде и в этом году, и в следующем. И ты знаешь, это настолько универсальная модель, и я думаю, что и в следующем, и еще через два года вы все равно будете в моде. Почему? Потому что и тепло. Вот скажи мне, пожалуйста, вот именно тепло, и за счет чего вот такое ощущение? Здесь комфортное? У нас прекрасный состав. Бренд Заря всегда использует только натуральное полотно. Здесь 60% хлопка, 30% пана и 10% современного полиэфира, который позволяет вот этот вот сохранять форму, мягкость, да, видишь, она подстраивается под нашу фигуру. А с учетом того, что здесь есть добавка пана, а пан — это современный заменитель шерсти. И если у кого-то есть аллергия, кто-то не любит, знаешь, такое ощущение колкости натуральной шерсти, то здесь этого не будет. Пан позволит мягко прикасаться к телу. Это вязаное полотно, провязано и снаружи, и с изнанки. То есть тот рисунок, который мы сейчас видим, это не принт, не имитация, это вывязанная ткань. Вывязанная ткань. Ты знаешь, похоже действительно на жаккард. И, дорогие модницы, невероятно приятная к телу, красивая, модная. И стоимость 2199 рублей. Света, скажи мне, пожалуйста, а с чем можно это комбинировать, вот носить этот жакет? Этот жакет в стиле Коко Шанель. О-о-о. Это
классика, классика жанра, которую мы можем сочетать и с брюками, и с юбкой, и с юбкой-карандаш, и с юбкой трапециобразной, да, то есть абсолютно разные комплекты. Но еще давай заглянем вниз, под жакет, тем более, если мы уже говорим про Коко Шанель, Коко Шанель всегда говорила качество изнутри. Посмотри, насколько здесь все качественно сделано. Обработка бортовых зон, оверлок. Посмотри, изнутри все закреплено, все прошито и провязано. То есть мы здесь полностью уверены в качестве на многие года. К тому же воротник, воротник-стоечка изнутри закреплен. Внутри у нас есть уплотненный материал, который позволяет зафиксировать воротник вот в таком плотном состоянии. Поэтому мы можем этот жакет носить годами. Вот действительно, такой жакет вы будете носить годами, и в этом жакете вы будете невероятно счастливы. Почему? Потому что он очень удобный, приятный и комфортный к телу. Слушай, вот я вижу, что в нем есть еще мои любимые карманы. И мне интересно, да, сколько здесь еще деталей. Расскажи, пожалуйста, давай нам подробнее. Давай посмотрим эти детали все на модели. К нам сейчас подойдет Светлана, и мы увидим, какие детали у нас здесь работают. Итак, вырез горловины, посмотри, дизайнерский, необычный, да, такой геометричный. Он создает вот этот вот интересный момент и пикантность в этой области. Мы можем добавить сюда подвеску или золотую цепочку. У нас здесь очень аккуратное плечо, внутри подплечники. Именно подплечники формируют и осанку, и стать фигуры. То есть они конструкторы нашего тела. Дальше у нас вточной рукав, но вточной рукав с мягкой эластичной проймой. Почему? Потому что это вязаный трикотаж, а следовательно он подстроится под вашу ручку. Да, вот здесь вот посмотрите, мягко и комфортно обнимает нашу руку. Дальше у нас идет слегка приталенный, но прямой крой, который позволяет подстроиться по фигуре, а дальше мягко уже подстраиваться под наше бедро. Ну и, конечно же, здесь карманы. Карманы функциональные. Мы можем сюда положить телефон, деньги, ключи. И с таким жакетом мы можем сочетать и брюки, и юбки. Вот здесь, например, я предложила сочетать классические брюки с жакетом, брюки Фернандо. Слушай, Свет, вот все-таки, конечно, и карманы здесь, и состав ты очень хороший нам заявила. Вот у меня вопрос мой любимый. Ты знаешь, у меня просто была ситуация, когда я постирала жакет, очень красивый. Он сел. И он сел. Как вот этот жакет себя поведет? Мы его стираем 30 градусов на деликатной стирке, либо стирка шерсть, и потом сушим в горизонтальном положении, чтобы он высох, не изменив свою форму. Вот и представьте себя вот в таком красивом, невероятно стильном, женственном жакете, который выручит вас, когда будет прохладно на улице. А прохладно на улице у нас в России бывает очень часто. Всегда. И сегодня, да. Такая прекрасная цена на него, 2199 рублей. И если вы впервые делаете заказ на нашем канале, то доставка для вас будет абсолютно бесплатной, потому что бесплатная доставка от 1990 рублей для бесплатной доставки. Это такой подарок от нашего канала. И поэтому, дорогие модницы, дозванивайтесь до наших операторов. Называйте свой размер, называйте свой цвет, который вам понравился, и все, и ждите посылку. Платить сегодня ничего не нужно. Оплата происходит только в день получения посылки на почте. Галя, так. Это твой выбор, да. Я уже на тебе его заметила. Да. Это костюм Иветта, двойка, прекрасный жакет и юбка А-образного силуэта снизу с кружевом. Как ты себя чувствуешь? Поделись. Я чувствую себя в нем великолепно, я чувствую себя в нем красавицей, потому что, посмотрите, и цветы, и такой цвет, и такое качество, все, что нужно нам, женщинам, для того, чтобы выглядеть стройной, для того, чтобы выглядеть красивой. Светочка, скажи мне, пожалуйста, все-таки красота такая невероятная, и вот и ткань очень приятная.
приятная к телу. И вот этот декор очень яркий. Декор очень красивый. У нас два цвета на выбор. Черный с синими цветами. Да, посмотри, как красиво. Но у тебя черный с красными. Это истинное такое, знаешь, сочетание. Плотно синий оттенок королевский и красные цветы. Да, синий – это новый черный, как его еще, да, называют. Посмотри, да, и плюс зелень – это создает такой уникальный образ. Как тебе идет и подчеркивает твою оригинальность. Но я уверена, почему тебе здесь комфортно, потому что здесь вискозное полотно. 65% вискозы и эластана. Поэтому, конечно же, блуза подстроится по фигуре, будет мягкая, комфортная, да, ткань дышит, а следовательно, ты можешь в нем ходить круглый год. Это всесезонное предложение. Да, действительно, дорогие наши красавицы, всесезонное предложение. То есть костюм, который выручит вас в любой день, как только вы захотите. Костюм Ивета. И сегодня именно в ночной эфир распродаж. Именно вот для наших красавиц, которые любят одеваться с выгодой. Цена на этот костюм 3199 рублей. Две вещи. Платите один раз, а к вам приезжают две вещи. Свет, ну еще пока про блузу давай говорить с тобой. Почему? Потому что я вижу здесь, ты сказала, есть вискозный трикотаж, очень приятный к телу. А вот поверьте мне, я стою в нем и наслаждаюсь просто каждой минутой. И еще есть красивые шифоновые рукава. Это шифон воздушный, легкий. Посмотри, насколько он полупрозрачный, да, такое ощущение полупрозрачного тела, но при этом все достойно, все прикрыто, ничего не видно. И внизу манжета, манжета из кружева, из мягкого гипюра. Это эластичная манжета, которая подстроится под вашу руку, поэтому вы можете приподнять или наоборот опустить вниз эту манжету, варьируя длину рукава так, как вам нравится. Да, вот я для себя приподняла эту, приподняла манжету, и у меня получился вот такой рукав, посмотрите, мне вот так больше нравится. И вот эта блуза подстроится под вас, эта блуза подстроится под вашу жизнь. Вам будет удобно, уютно, комфортно. И мне говорят, что у нас осталось уже 25 костюмов. А я напоминаю, что это ночной эфир распродаж. И вещи все очень быстро заканчиваются. Поэтому какой цвет вам понравился? Черный понравился? Звоните и заказывайте черный. Понравился синий? Заказывайте синий цвет. Тем более, что если вы... Тем более, если вы впервые хотите сделать заказ на нашем канале, тогда доставка для вас будет бесплатно. Света, ну ведь костюм. Две вещи, как я говорила. Тогда юбка. Поговорим о юбке. Да, давай про юбку расскажи нам все. Посмотри, у нас юбка. Юбка на эластичной ленте. Это дает нам мягкую посадку. Вот эта мягкая лента, которая подстроится по фигуре. И если мы меняем, да, там талию, поправляемся, худеем, юбочка будет жить вместе с нами. К тому же здесь опять вискозная полотно, мягкое и комфортное. А-образный крой позволяет подстроиться по фигуре, обнять бедро, и дальше уже от бедра вот эта трапеция, крой трапеции позволит мягко струиться по ногам. И внизу, конечно, великолепное кружево, которое добавляет нам длину, но при этом делает ноги более тонкими, а рост наш более высоким. Да, и рост более высоким, и силуэт таким женственным и романтичным, потому что кружево, кружево это всегда красиво, я обожаю кружево, и вот знаете, я стою в этой юбке и свои ощущения, позвольте я вам расскажу, она мягкая, она очень уютная, она действительно, как сказала Светочка, обнимает наше тело, вот в этой юбке вам будет очень удобно, вы наденете ее и никогда не захотите снимать, от 50 до 62 размера юбки представлены в нашем эфире, и поверьте, если в первый раз вы заказываете на нашем канале, тогда доставка для вас абсолютно бесплатная. И 3199 рублей сегодня стоимость этого костюма. Света! Да, здесь у нас великолепие. Великолепие вот этого дизайнерской ручной работы украшения. Это вывязанные цветы. Причем они, посмотри, как сделаны. Они объемные. Каждый лепесточек отдельно. Лепесток от лепесточка. Это все пришито уже на полотно. Поэтому это ничего не отвалится. Это будет легко в уходе. Мы сможем
стирать даже, вывернув наизнанку. Знаешь, вот такое вот украшение, если мы будем покупать отдельно, в виде воротника или броши, оно будет стоить от 3000 рублей. Да, ты знаешь, действительно, я хотела купить и украсить свой простой джемпер, и я, знаешь, передумала, потому что больше 3000 рублей стоило, почти 4. А здесь у нас костюм стоит 3199 рублей. Задумайтесь только, джемпер и юбка вот по такой цене. То есть меньше, чем 1500 рублей стоит одно изделие. Это прекрасная возможность обновить свой гардероб таким костюмом, который вы будете носить все 4 сезона. Все 4 сезона вы будете женственной, вы будете красивой, вы будете собирать комплименты, а мужчины будут оборачиваться на вас, потому что на нашем костюме кружево и цветы. Вы будете выглядеть великолепно, настроение у вас будет чудесно. И еще я хочу заметить, что мы их можем носить отдельно, то есть блузу, да, например, с брюками, классической юбкой, а юбку с другими блузами. Как, например, на первый лот с полькой дот блузы я сочетала эту юбку. Да, действительно, великолепный выбор. Еще одна роскошь в нашем гардеробе – туника классо. Ты знаешь, что очень многие женщины любят туники за счет того, что они мягко подчеркивают фигуру там, где надо, и скрывают то, что необходимо скрыть. За счет свободного кроя, мягкого вискозного полотна – столько поклонников у туники. Да, и сегодня в нашем ночном эфире только для любительниц, которые любят покупать вещи с выгодой, стоимость этой туники класса 1999 рублей. Но это же чудо, это счастье. Вот такая блуза появляется в вашем гардеробе по такой выгодной цене. Свет, вот ты знаешь, мне очень понравился цвет, который вот мы сейчас показываем на экране. А какой бы ты цвет рекомендовала выбрать моей маме? Она вот примерно как... Она, вы даже с ней похожи. Одного типажа. Да. Я бы выбрала себе синий с белым. Вот как сейчас мы смотрим, очень красиво на контрасте. Белый воротник, белые цветы и синяя основа для ярких и желающих таких ярких моментов в жизни. Но еще можно предложить вот эту тему сакуры. Посмотри, насколько она нежная. Бежево-молочная с розовыми цветами. Есть еще вариант белый, белый с более тонкими цветами, но тоже красивыми пуговицами. Это для тех, кто предпочитает такие светлые, светлые, нежные оттенки. Есть синий с тюльпанами. Вот, очень красиво и необычно. Белое, желтое, зеленое на синей основе. Я думаю, твоей маме бы тоже понравилось. Поэтому можно брать сразу три блузы. Да, действительно, тем более по такой цене, которые они сегодня представлены. А вот это синий цвет с астрами. Вот здесь вот такие цветы, как астры, яркие, насыщенные, сочетание синего, оранжевого, фуксии. Для тех, кто любит яркие цвета в своем гардеробе. Но и последний цвет черный. Черный с цветами. Дорогие модницы, какой цвет вам понравился? Вот какой цвет вам понравился? Вот этот цвет обязательно нужно заказать для себя прямо сейчас, потому что это ночной эфир распродаж. И очень многие, поверьте мне, хотят вот такую блузу заполучить в свой гардероб. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки настолько яркий принт, такой вот красивый, и она, эта блуза очень, вернее, туника настолько приятная. Мягкая, я даже не могу убрать от нее руки. Да. Это вискозное полотно, 95% с добавлением эластана и лайкры. Поэтому посмотри, как она струится. Да, вот эта вот мягкость и нежность будет прикасаться к вашему телу. Эффект кондиционера. Можем сочетать абсолютно с любым низом. Брюки, так, юбки, брюки-дудочки, юбки-карандаш. Это будет идеальное решение. Но знаешь, бывают модницы, так, которые любят особо подчеркнуть талию. Тогда можно сверху под поясок прочертить свою талию. Поэтому можно комбинировать, как вам нравится. Да, то есть вы можете моделировать свою фигуру, как захотите, как вам нравится. Хотите, надевайте поясок и подчеркиваете талию. Хотите, поясок не надевайте и носите блузу свободной. Выглядеть будете вы очаровательно, потому что вот такие принты, они всегда украшают женщину. И 1999 рублей стоимость этой блузы только в ночном эфире, только в эфире распродаж. Помните это обязательно. Это бренд Lavira, поэтому так хочется посмотреть посадку на модели, как идеально эта блуза сядет, потому что с брюками нашими, вот этими летними,
летними брючками, летний отдых будет сочетаться идеально. Итак, приглашаю Катерину, мы сейчас посмотрим нюансы посадки и кроя на фигуре. И вот это вот общее сочетание. Посмотри, здесь у нас стиль рубашка, благодаря тому, что у нас есть отложной воротник. Дальше у нас прекрасная полочка с пуговками, имитирующими застежку. Это только имитация. Дальше у нас вточной рукав и подплечник. Это то, что позволяет, опять же, сделать правильную осанку, сделать правильную фигуру, да, такой конструктор. И дальше у нас мягкая-мягкая пройма. Она подстроится под ручку. Внизу у нас есть манжет, который, опять же, мягко обнимает нашу руку. И дальше, конечно, вот этот вот свободный силуэт туники позволяет подстроиться под любую фигуру. Мы здесь можем скрыть все наши особенности. Ну и, конечно же, длина с разрезами позволяет варьировать и скрывать особенности бедра в нашей фигуре. В этой блузе вы будете настолько красивы и настолько роскошны, что мужчины будут оборачиваться на вас. Модницы наши дорогие, а я напоминаю вам, что наши блузы представлены до 64 размера. Порадуйте себя, добавьте красок в свое лето. И сейчас ночной эфир распродаж. И стоимость этой блузы только сегодня 1999 рублей. Это праздник, это счастье. Добавьте счастье в свою жизнь, добавьте легкости и удобства, добавьте романтики и красоты. Свет, ну, все-таки как мой ухаживать? Любимый вопрос, да, потому что принт яркий, ты знаешь, поэтому я тебя так и спрашиваю. И часто бывает после стирки нюансы возникают. Расскажи нам, пожалуйста, как в нашем случае? Ухаживать будем в стиральной машинке стирать. Ручной режим, 30 градусов температуры. Отлично. Итак, теперь я хочу сделать свой выбор. Свой выбор в пользу платья «Цветочный шарм». Нежное, мягкое, комфортное. Посмотри, с обрамлением цветов в портретной зоне. Очень качественно выполнена обработка. Вискозное полотно. Мягкое, комфортное, обнимает фигуру. Посмотри, насколько сразу становится выраженная талия. Подчеркивает бедро. Опять же, помогает формировать вот этот вот эффект бразильского силуэта. И к тому же здесь мягкая вискоза обнимает мое тело, позволяет комфортно дышать, и я уверена, что каждая модница сможет ощутить этот комфорт на себе. Ты знаешь, я увидела сегодня тебя в этом платье, я залюбовалась и восхитилась. У тебя и так красивая фигура. Спасибо. А в этом платье вообще невероятное. Скажи мне, пожалуйста, за счет чего вот такой вот эффект стройности? Откуда он берется? Куда деваются сантиметры, Света? Здесь несколько секретов, и давай о них поговорим. Да. Во-первых, здесь есть вискозные такие эластановые нити, которые позволяют быть вот этому полотну трикотажному мягкому. Посмотри, вот это мягкое полотно, оно подстроится под фигуру. Именно оно достаточно такой средней плотности, позволяет мягко обнимать фигуру, но при этом ее моделировать. Так. Дальше у нас цветочный принт, который привлекает внимание в портретную зону. Следовательно, он освежает мое лицо, а вот дальше вниз уже принт становится более мелким. Он отвлекает внимание от особенностей и дает, наоборот, такое внимание к себе. И поэтому незаметны те особенности и изъяны фигуры, которые есть. И что мне очень нравится, у нас есть два цвета на выбор. Один синий и один черный. Вот, модницы дорогие, как вы поняли, в этом платье никаких изъянов, одни прелести. Фигурка буквально точеная. Вы в ней, вернее, вот в этом платье, вы в нем по-королевски роскошны. Платье приятное к телу, платье мягкое. Свет, скажи, вот два цвета ты представила. И это платье с какой обувью рекомендуешь носить? Его можно носить с обувью высокая шпилька, можно на платформе, и можно даже на низком каблуке, балетки, например, будет смотреться очень так по-женственному. Это платье-футляр, это классика на века. К тому же я хочу еще обратить внимание, что у нас принт двух цветов, белый и бежевый, поэтому выбирайте именно тот, который нравится. Я выбираю на синем фоне белый оттенок, а на вешале я выбираю синий цвет и бежевые розы. Вот посмотрите, давайте я сравню поближе с собой, чтобы вы видели оттенки бежевый
и белый, но основное полотно синее и в одном, и во втором варианте. Но есть еще такой же вариант и в черном цвете, то есть черное полотно, белый и бежевый. Какой цвет вам понравился? Бежевый цвет, белый цвет или на черном фоне вот эти цветы. Поэтому давайте, Свет, вот тот цвет и заказывайте. Светочка, вот на модели покажи, пожалуйста, все нюансы этого платья, потому что оно красивое, оно интересное, нам хочется про него знать как можно больше. Конечно, надо сразу смотреть посадку и нюансы вот на модели. Поэтому сейчас подходит Светлана, и мы все разберем. Итак, давай посмотрим. Во-первых, вырез горловины мягкий, он напоминает слегка такую лодочку, которая делает женственную линию нашей груди. Дальше у нас рукав. Рукав точной, но обрати внимание на плечо, как оно оформлено. Здесь у нас широкая полоса с пуговками, которая делает нам такое компактное плечико. Это такие мини-погончики. Дальше у нас в точной рукав с мягкой проймой. Здесь будет комфортно чувствовать себя ручка. Мягкий трикотажный материал обнимает предплечье, тем самым прикрывая особенности, но оголяя запястье, и у нас рука становится более нежной и женственной. Платье-футляр – это платье по фигуре. Вот этот силуэт, посмотри, здесь есть эластан, поэтому, милые модницы, не бойтесь, это платье подстроится под любую вашу фигуру. Ну и, конечно же, благодаря тому, что это платье-футляр, у нас здесь идет такое, знаешь, подстройка по бедру, красиво подчеркивает бедро, эффект бразильской фигуры, и дальше длина, которая доходит до колена, королевская длина, прикрывает особенности колена и делает наши ноги более стройными. И, Светочка, так как здесь принт, как ты сказала, набивной, и он необычный, и еще здесь какая-то дополнительная обработка, милая моя, мой любимый к тебе вопрос, все-таки вот такая красота, она всегда останется с нами, либо только до первой стирки, или в химчистку отдавать? Смотри, вот этот принт сам бежевый, это вывязанный принт, да. Это не нанесенный, ах, вот это прямо что внутри нашего материала. А вот сверху то, что мы видим белое, это силиконовая вот набивочка. Это состояние, знаешь, такой эффект 3D, вот его можно даже заметить. Он делается для того, чтобы эти цветы, было ощущение, что они прям живые. Вот. То есть прожилки создают, эффект прожилок. И, конечно же, это новые технологии, которые под высоким давлением уже вплавляются в материал и, конечно же, никуда не денутся. Поэтому мы стираем в стиральной машинке, вывернув наизнанку. Ручная стирка 30 градусов. Как вы понимаете, дорогие модницы мои, я задаю много вопросов. Почему? Потому что мне самой нравятся все эти платья. И ночная распродажа – это прекрасный повод обновить и мой гардероб в том числе. Поэтому вот столько подробностей для вас. И сегодня стоимость этого платья со скидкой 1600 рублей. Представляете себе, только сейчас в ночном эфире есть прекрасная возможность себе купить вот такое платье, в котором вы будете невероятно женственной, невероятно привлекательной и стройной. Вы соберете комплименты, и мужчины будут всегда оборачиваться на вас, потому что женщина в платье в цветок выглядит очень привлекательно. Знаешь, Галя, я здесь решила еще примерить и кардиган. Какая кардиган ты? Прямо на свое платье. Кардиган Свити. Посмотри, насколько это роскошный вид. Посмотри, насколько идеально он сочетается с моим платьем. Белый цвет. И, с одной стороны, освежает и омолаживает. А с другой стороны, посмотри на этот роскошный кардиган. Вязкая, нежная, мягкая. Знаешь, такая кружевная. Вот чтобы связать такой кардиган, потребуется несколько месяцев и немало мотков. И не доделать его, да. Да, шерсти. А это бренд Заря. Это бренд, который проверен, опять же, годами. То, что это будет все вывязано идеально, строчка к строчке. Посмотри, вот это великолепное кружево. Мы сразу говорим о том, что это вещи на века. Вы вкладываете деньги в свой правильный гардероб. Кардиган Свити сегодня в ночном эфире только сейчас стоит 2499 рублей. Поэтому, дорогие мои модницы, если вот такой кардиган понравился вам, тогда нужно обязательно позвонить и заказать, потому что ночные эфиры распродаж – это самое выгодное время для ночных покупок. Все в ограниченном количестве, и лучшие цены представлены только сейчас. Света, давай мне тоже понравился этот кардиган. Скажи, как
какой цвет подойдет мне? Знаешь, вот под этот наряд я бы предложила бы вот этот вот зеленый. Он будет идеально сочетаться с листиками, да, на твоем платье. Оливковый. Оливковый будет. Вот этот цвет мятный, который выбирает наша модель Катерина. А я выбираю цвет сливок. Да, такой молочный, вкусный цвет, очень освежающий. Все три цвета уникальны, и каждый цвет может найти свое место в вашем гардеробе. Тем более здесь уникальный состав. Здесь 60% пана и 30% хлопка. Это бренд Заря, а это итальянское оборудование, итальянские нити. Это качество, проверенное годами, больше 100 лет этому бренду. Действительно, вот ты знаешь, цвета напоминают мне очень-очень вкусные десерты. И ты знаешь, вот такое провязанное полотно, действительно, ну, связать его самостоятельно, я думаю, что это бесконечная просто трата времени. Скажи мне, а вот сейчас его можно носить, у нас такая погода, как вообще, когда его, это всесезонный? Это всесезонное предложение, всесезонный кардиган, потому что мы его можем носить круглый год. Как я сказала, здесь есть пан, а пан — это заменитель шерсти, то есть качество настоящей шерсти, но по сравнению с шерстью он мягкий, комфортный, не колется, прекрасно стирается, поэтому мы его можем носить круглый год. А скажи, вот ты надела его с платьем, с чем еще его можно надевать? Мы его можем, например, надеть с юбкой и блузой, а также мы можем, например, надеть его и с джинсами, джинсы и футболка, допустим, кроссовки или балетки, и создать образ на каждый день. Знаешь, как говорится, образ casual, то есть мы можем и в город, и в гости, и на работу. Это универсальный кардиган. А вот, например, если летом на него посмотреть, то это получается как вязаное пальто. Вот такой вот кардиган, кардиган Свити на все 4 сезона, который очень разнообразит ваш гардероб, поверьте, и вы будете носить его каждый день так, как захотите, и создавать свои образы самостоятельно. Света Стилист дала вам очень мудрый совет. И вот такой кардиган обязательно должен быть в вашем гардеробе, потому что цена его невероятная сегодня – 2499 рублей. Вот это очень выгодная покупка, потому что это эфир распродаж, ночные эфиры. Давай мерить длину? Да, это бренд Заря. Давай померим длину. Вот у нас сейчас с тобой здесь 52 размер. Угу. Какая же у нас здесь будет длина? Итак, фиксируем и смотрим. Смотрим. У нас здесь 104 сантиметра. Прекрасная длина. А дальше уже, когда вы выбираете на размер больше, то на каждый размер по полсантиметра длины у вас будет прибавляться. И вы можете сами понять, какая длина будет на вашем кардигане. Вот наши дорогие модницы, Катя у нас модель высокая. Представляете, у нее доходит длина почти до колена. Это действительно пальто летнее легкое. Это такой кардиган, вещь на все 4 сезона, как нам сказала Света. И вот такие вещи универсальные. Универсальные должны быть в гардеробе каждой модницы, абсолютно каждой женщины, потому что красиво, потому что удобно, потому что мягко и уютно. Света, сейчас я здесь вот нащупала подплечники. Давай мы сейчас пригласим модель и посмотрим на ней вот эти все детали. Итак, обрати внимание, здесь овальный вырез горловины. Причем я хочу обратить внимание наших модниц на то, что горловина провязана более плотно, а следовательно, это качество и защита от растягивания. Поэтому мы будем носить это годами. Дальше у нас аккуратное плечо, но и там есть секрет. Здесь у нас есть маленький подплечник, который формирует осанку. Вточной рукав и мягкая пройма, опять же, позволяет мягко обнимать нашу ручку. Длина 7 восьмых, то есть мы открываем наше запястье, но при этом оставляем закрытой ручку. Дальше у нас с тобой прекрасный силуэт, слегка-слегка приталенный и расходящий по бедрам, скрывает особенности. Ну и, конечно, великолепная ажурная вязка. Посмотри, какой образ становится легкий. Вот эта вся вязка, опять же, облегчает нашу фигуру. Именно такая вязка работает на то, чтобы скорректировать формы. Длинные вывязанные нити, опять же, делают нам вертикали, которые стройнят. А вот снизу более плотная вязочка
собирает бедро, собирает наши ножки в центр, и наша фигура становится более стройной и вытянутой. И еще вот посмотрите, какие невероятно красивые карманы. Обязательно должна я про них вам сказать, потому что это очень нужная вещь. И, дорогие наши модницы, подарите себе вот такую ажурную нежность, которая будет украшать вас, которая будет согревать вас, если нужно, которая будет вам всегда, знаете, создавать образ идеальный и с платьями, и с брюками, и с юбками. 2499 рублей только в эфире ночных распродаж. Очень выгодное время для покупок, очень выгодное время для того, чтобы обновить свой гардероб новыми, невероятно красивыми вещами. Пусть вот такие вещи появятся в вашем гардеробе. Еще одна блуза в ваш гардероб. Блуза Santa Monica. Идеальное решение на разные случаи жизни. Здесь у нас идеальный вырез, мягкое вискозное полотно масла, которое будет струиться по телу. Также у нас здесь есть элементы подстройки по фигуре, талия. И все это в модном цветочном принте. Тот принт, который не выходит из моды годами. И я вижу, что у нас этот принт представлен в разных цветах. Да, давай цвета, ознакомим давай. Да, с цветами. У нас три цвета на выбор. У меня в руках такой розовый нежный оттенок. Да, вот посмотри, насколько он мягко смотрится на этом молочном фоне. А вот синий цвет добавляет уже такой строгости некоторой. Угу. В центре у нас голубой принт. Посмотри, мягкий, нежный. Ну, а ты выбираешь, получается, красный, да, такой яркий оттенок. А у меня в руках брусника называется цвет. В заказе он будет называться брусника. И поэтому, дорогие модницы, если вы хотите быть и мягкой, и женственной одновременно, и при этом немножечко строгой. Вот такая вот блуза Santa Monica по цене 1299 рублей сегодня может стать вашей. И вот слушай, вот такая длина интересная у этой блузы. Расскажи мне, пожалуйста, с чем носить? Как вообще? Давай посмотрим. Да, сначала на ткань. Это вискозное полотно, мягкое, эластичное. Здесь 50% вискозы, 10% эластана и современных полиамидных нитей, потому что она подстраивается по фигуру. Посмотри, насколько она мягкая и комфортная. При этом, если мы будем брать в руку, она напоминает такой китайский шелк. Да, очень мягкая, да? И вот про длину и про детали, которые ты меня хотела спросить, давай посмотрим на модели. Пригласим сюда Светлану и увидим, что это фасон удлиненный, и у нас здесь еще прекрасный рукав. Итак, посмотри, фигурный вырез горловины. Именно такой вырез имитирует рубашку. То есть мы можем использовать блузу как рубашку, с учетом того, что у нас здесь есть еще нагрудные карманы. То есть вот этот дизайн верха как раз нам дает возможность имитации деловой блузы. Сверху у нас вточной рукав, есть подплечники, которые прекрасно формируют осанку, стать женской фигуры. Да, вот эту вот красивую линию руки. Дальше у нас вточной рукав с мягкой линией проймы. Обрати внимание, здесь широкая линия проймы. Здесь мягкий трикотаж, который обнимает нашу руку. Дальше у нас есть уже прямой крой. Но благодаря тому, что у нас по линии талии проложена кулиска, мы можем эту блузу приталить и создать уже такую вот более подчеркнутую талию. Посмотри, как красиво она здесь обрамляет нашу талию. Ну и, конечно же, вниз прекрасная длина позволяет закрыть линию бедра, то есть закрыть особенности в области бедра и при этом сделать легкую линию, то есть у нас она подстроится и силуэт становится более легким. Ну и особый акцент я хочу сделать на манжет у рукава, потому что благодаря вот этому мягкому эластичному манжету мы можем либо приподнять, да, блузу, сделать с легким напуском, либо опустить рукав и сделать его более длинным. То есть варьируйте, как вам больше нравится. Блуза, с которой вы сможете создать, дорогие модницы, бесконечное количество разных абсолютно образов и быть разной каждый день. И сегодня прекрасная возможность купить эту блузу, потому что стоимость ее в день распродаж, вернее, в ночь распродаж, 1299 рублей. Для тех, кто не спит, для тех, кто любит умные покупки, вот такая вот блуза Моника украсит вас тогда, когда вы захотите, и создаст
такой образ, который будет незабываемым. Света, вот скажи, вот это трикотажное полотно, оно носится, его носить очень приятно, оно не мнется? Трикотажное полотно с эффектом масла. Вот. Следовательно, он напоминает вот этот нежный китайский шелк, который не мнется. Поэтому мы стираем в стиральной машинке 30 градусов, деликатный режим, и сушим на плечиках. Все, гладить не надо, сразу носим и идем на свидание, на работу, на встрече. Ну что ж, Галь, давай еще посмотрим на платье Анелия. У нас великолепное платье, но оно мне напоминает такой больно ультрамодный дизайнерский, дизайнерское решение. Свободный крой, карманы, вставка, кружевные рукава, все, что только пожелает модница своей душе. Это трикотажное полотно, а следовательно, мы будем чувствовать себя комфортно и уверенно каждую минуту. Платье Анелия. Платье Анелия сегодня невероятно красивое. Представлено в 6 цветах у нас сегодня. И 2499 рублей только сегодня в час ночных распродаж. Вот такая выгодная цена на это платье. Слушай, платье настолько оригинальное и необычное. И давай, у нас много цветов. Да, да, давай разберемся. Цвета. Итак, в центре у нас сиреневый оттенок. Оттенок тренда 2018 года. Есть ярко-красный, да, для страстных натур. Есть серый. Те, кто предпочитает более сдержанные моменты, его можно прекрасно дополнить, да, шарфом. У меня в руках бирюза. Есть еще желтый оттенок. Ну и дополнительно у нас темно-синий для тех, кто предпочитает черный, но черного лета нету, поэтому выбирайте темно-синий, он ничем не хуже. Да, он даже лучше многих цветов, особенно черного, вот я вам говорю. Да, глубоководный синий. И поэтому, дорогие наши модницы, 6 цветов сегодня для вас представлено. Какой цвет понравился вам? Вот этот цвет обязательно заказывайте для себя. И всего 75 платьев у нас в наличии по цене распродажи. И размеры, от 48 до 64. Это большая удача для больших модниц. Потому что вот такие красивые модные платья в магазине вы вряд ли увидите. А особенно по цене 2499 рублей. Света, рассказывай про этот уникальный, невероятно красивый крой. Это бренд Олмис. А Олмис — это качество для женщин, которые пышные формы имеют. Посмотри, насколько здесь мягкое трикотажное полотно. Комфортное, подстроится по фигуре, будет нежно обнимать наше тело. А внизу уникальные карманы, которые, знаешь, с одной стороны как карманы, а с другой стороны это драпировка, прячущая особенности бедер. К тому же у нас здесь великолепные маленькие кружевные рукавчики. Они прикроют плечо, предплечье, и при этом позволят дышать телу, потому что через кружево всегда проходит воздух. Света, а раньше кружево было очень жесткое, а сейчас я смотрю, так вот мягкое, такое комфортное, мягкое, уютное. И, Света, мне очень нравится низ этого платья. Давай посмотрим на наши модели и расскажи нам, пожалуйста, особенности кроя. Этого кроя, да. Да, Светлана как раз нам демонстрирует особенность кроя, и вот здесь мы как раз видим овальный вырез горловины, мягкий, комфортный. Вот это кружево, кружевное трикотажное полотно, которое мягко обнимает ручку, мягкое, вот это подстройка, смотрите, как это здорово. Дальше у нас мягкое трикотажное полотно, которое дарит комфорт и свободу вашему телу. Посмотрите, как он скрывает все ваши особенности. Вот эти великолепные карманы, карманы дизайнерские, которые позволяют быть вместительными, но с другой стороны они скрывают особенности бедра, позволяя увлечь внимание на себя. И вот этот дизайнерский крой, знаешь, таким напуском качели, опять же, позволяет с одной стороны дышать нашему телу, а с другой стороны скрывает все особенности внутренней части бедра, внешней бедра и стройнит ноги. Вы только представьте, вот такое дизайнерское платье вы наденете, вы выйдете в нем на улицу, вы придете в нем в гости, вы придете в нем на работу. Все взгляды будут устремлены только на вас, потому что вот такие красивые вещи у себя в магазине, в своем городе вы никогда не встретите. И самый популярный цвет — это красный. Осталось всего лишь 30 платьев, поэтому нужно обязательно звонить и заказывать это
эфир ночных распродаж. Что нужно сделать для того, чтобы такое платье появилось в вашем гардеробе? Дозвониться до наших операторов, назвать свой цвет и свой размер. Платить сегодня ничего не нужно. Оплата происходит только в день получения посылки на почте. Поэтому, дорогие наши модницы, вот такое платье может стать вашим, если вы позвоните нашим операторам и закажете для себя вот это невероятно красивое платье. А наш эфир подходит к концу.